Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря воле и героизму каждого солдата, ставшего на защиту своей родины. В поселке Черноморском живет ветеран войны, почетный житель Северского района Александр Павлович Кичик. Александр Павлович родился на Украине, в Донецкой области. В 43-м году был призван в армию и уже с первых дней принял участие в страшных сражениях на Южном фронте, бронебойщиком роты противотанковых ружей. Один из самых запоминающихся эпизодов войны – выполнение приказа восстановить связь со штабом, находящимся под обстрелом неприятеля. По какой-то случайности Александр Кичик набрел на немецкий дот, из которого и велся огонь. Понимая всю важность случая, солдат забрался на крышу дота и прикрыл его саперной лопатой. Я вот этой лопаточкой саперной поворачиваюсь и как бы над ихним выходом ихнего пулемета. Я этой лопаточкой вот так вот закрываю ему обзор. И закрываю, подставляю, я же приблизительно вижу. Удачно попал, что там, где пулемет, где ствол его, значит, я где-то в этом месте и лопаточку подставил. Я слышу, что там другой удар. Там уже щелканье началось. Думаю, значит, все в порядке. Я придавил. И вот таким образом, недолго, конечно, но мне долго не надо, уже вечер. За это время я немножко придержал, и наши бросились на этом участке вперед. И прошли, и заняли позиции. Еще один из запоминающихся страшных моментов войны – впечатление от реки Молочной, возле города Мелитополя. После ожесточенных боев вблизи реки, ее вода в прямом смысле наполнилась солдатской кровью. Есть стихотворение, посвященное увиденному. Текла колговавая река, и закипись ее бока. Душа от боли страшно ныла, кровь пенилась в реке, как мыло. Александр Павлович имеет такие награды, как Орден Отечественной войны первой степени, две медали за отвагу, за победу над Германией, медаль Жукова. У меня вот две медали за отвагу. Я успел два танка сбить, ну мы не два, а три сбили. После войны Александр Павлович женился, участвовал в строительстве поселка Черноморского. После получил высшее экономическое образование, трудился в нефтегазовой отрасли. Как и для многих жителей нашей страны, самый любимый праздник для Александра Павловича – 9 мая. День Победы – это не только для меня, это для всех нас. Это самый главный праздник. У нас и голос задрожит в такие моменты, когда вспомнишь. И слеза когда-то проскочит. Она слеза, так сказать, не та, что любой заплакал. Уйдя на пенсию, Александр Павлович написал книгу «Дорогами войны». В ней собраны биографии и воспоминания ветеранов поселка Черноморского. Книга уже несколько раз переиздавалась. Сегодня это достоверный исторический материал, позволяющий узнать биографии офицеров и простых солдат, благодаря кому и была одержана победа.